И актуальная на эту минуту информация о непогоде в стране. Метеорологи объявили штормовое предупреждение в 14 регионах. 10 участков республиканских трасс остаются закрытыми. Как сообщают МЧСники, на западе Казахстана сегодня образовался затор из большегрузных и легковых автомобилей. На трассе Самара-Шымкент застряли больше 300 фур. Однако уже во второй половине дня дорогу расчистили и движение восстановили. Из-за сильного ветра и метели в столичном аэропорту с утра задержалось 16 рейсов.